Сейчас мы с вами около Петунии, ассортимент значительно пополнился именно самыми популярными сортами от агрофирмы Биотехника. Остановимся на самых-самых новиночках и самых популярных. Петуния Сферика Deep Purple от агрофирмы Биотехника. Посмотрите, очень обильно цветущий куст, очень много зелени. Все сорта от агрофирмы Биотехника относятся к премиальным семенам. В частности, и Сферика Deep Purple, это гибрид, очень-очень компактный кустик, высота всего 20-25 сантиметров, большой диаметр цветка, просто настоящее искушение садовода. Дальше привезли очень-очень популярный сорт Торнадо Парпл. Сейчас в наличии, про него даже рассказывать, наверное, уже не надо. Самое мощное растение, посмотрите, какого каскадного типа. Это фотография реальная, сделана на демонстрационных площадках самого производителя и зафиксирована на лицевой части пакета. Также у нас в наличии сейчас есть Пандора Парпл, петуния серии Парпл, как раз предназначена для создания цветочных деревьев, можете себе представить. Это петуния типа сурфиния, также большой диаметр цветка, предназначен для подвесных кашпо или корзин каскадного типа. Также висит у меня рядышком тут нежная красавица, не могли не привезти, ампельная петуния нежно-розового цвета. Сорт называется Fresh Wave Pearly Shades от агрофирмы Биотехника. Особенности сорта — это крупноцветковость, диаметр цветка 7,5–8 сантиметров. Также образуют очень длинные побеги, длина побегов 80-100 сантиметров. Идеально подходят для подвесных кашпо или корзин и для создания также цветочных деревьев. Очень интересный сорт, заслуживает вашего внимания. Еще новиночки, это не все. Но все же, если вы любите низкорослые сорта, этот сорт именно для вас. Высота растения всего 12-15 сантиметров, а диаметр цветка 6-7 сантиметров. Представляете, какая маленькая красавица у вас будет. Эта серия Celebrity называется сорт Plume Ice от агрофирмы Биотехника. Очень контрастно выглядят ярко окрашенные жилки цветка, образующие интенсивную сетку у основания воронки. Посмотрите, просто шикарный сорт.